Александр Гарунович, представители трона желают вам... Чуть-чуть пожаловаться. Да. Значит, вот преемственность поколений. Мы молодые, уже пришли внуки. Вступили в трон, разослали проект, попросили его как-то на форуме обсудить. И второй месяц сидим, молчим. Ну, у вас как в троне, бы, вот нам, я же, я... Ну, я, мы же специально сделали в свое время трон, и я в экономике мало что понимаю. Я мало что. У нас есть глава трона Артур Владимирович Коломыцев. Вот по его же великодушному приглашению пришли. Вы пришли. А что, он не хочет обсуждать? Ну, как-то вот стоит процесс. Мы пишем, обсуждаем. Артур Владимирович. Артур Владимирович, дорогой наш Артур Владимирович. Маршалы Победы. Вы маршал Победы у нас. Вы главнокомандующий, фактически глава трона. Прислушайтесь, пожалуйста. К Илье Жукову. К Илье Жукову, да. Который вы свои замечательные политика. Общий вышел. Голос материально. Сегодня слепись. Артур Владимирович, прошу поддержать, направить, укрепить и сделать. Ура! Ура! Благодарю. Спасибо. Спасибо большое. Да вам. Ну, ты доволен? Я, безусловно, доволен. Мы работаем, мы на верном пути, поэтому продолжаем нашу работу. Безусловно, мы будем об этом рассказывать. Осваиваем цифровой метод общения. Мы его осваиваем уже давно, но, к сожалению, не всегда получается, что даже сейчас уже в время преобладания цифры мы не можем быстро с скоростью полагаемой реагировать. И хотелось бы, конечно, чтобы это было уже фактически исполнение. Поэтому снимаем сюжеты, выкладываем сети в любую точку планеты со скоростью света. Секунда. Да. Со скоростью мысли. Со скоростью мысли. Со света.